От бревна до произведения искусства. Фестиваль резьбы по дереву провели в Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлева. Ульяна Пятакова наблюдала за настоящим чудом. Бензопила и изящное искусство – вещи, казалось бы, несовместимые. Опровергают скульпторы по дереву, отсекают все лишнее. Бесформенные чурбаны превращаются в сказочных персонажей. Основная тема фестиваля. Мы здесь бываем каждый год, и очень радужно, что здесь очень красиво, и каждый год прибавляется в коллекции новые фигуры, и они в этом году очень красивые, и нам очень нравится. Чебурашка-крокодил Гена, ленивец Сит из ледникового периода, Маша и Медведь. Все герои узнаваемы и любимы не только детьми, но и взрослыми. Необычного персонажа выбрал Павел Пупышев, участник фестиваля из Тольятти. По дороге в Чувашию скульптор решил, что выпилит Винни-Пуха с пятачком. Но что-то пошло не так. Вместо героев произведения Алана Милна получился Грут, персонаж комиксов. Мне просто нравится этот фильм «Страж Галактики». Вот я решил изобразить. Ну и тем более здесь такого нет. Это более современно просто. Во-первых, дети сразу узнают, вот, знают, кто это. Алексею Кузакову идею для работы подсказали собственные дети. Маша и Медведь как живые, хоть и деревянные. Я когда-то тоже был зрителем. Увидела, как все это вот выполняется виртуозно, с помощью обычной бензопилы создаются скульптуры. И это, конечно, сподвигло меня заняться этой деятельностью. Я тоже думаю, что, участвуя в таких мероприятиях, если есть зрители, они смотрят, как все это создается, пускай не каждый, но, наверное, какой-то из, скажем, зрителей захочет этим заняться. На территории мечты работы прошлых лет фестиваля встретились с нынешними. Уже полюбившиеся скульптуры не первый год радуют отдыхающих. И, возможно, сидя на этой лавочке или вот этой, кто-то помечтает о том, что же выпилить на следующем фестивале. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.